Я отношусь к тому самому потерянному поколению, перестроечному, постперестроечному, на котором все рушилось, ломалось, извергались все идеалы. Виктор Цой, он, конечно, был лучом света. Перемен требовали наши сердца. И мы пели это, я хорошо помню, как вот здесь, вот в лагерном саду нашей такой дружной компании постовской, мы пели эти песни и верили в то, что мы поем. Прошло больше 20 лет, а сердца до сих пор требуют перемен. Мои дети слушают эти же песни, и Цой реально жив. Вообще, я очень люблю Цоя. У меня даже в плейлисте там в машине штук 10 записано. Но они просто трогают за живое, они будут в человеке, наверное, то, что есть, вот, дают возможность этому как-то наружу вырваться.